Так, и теперь мы идем сюда, и нас сюда послал чел, который сказал про отряд С, отряд самоубийц, и то, что там мы можем найти Тесарина, который был главой этого отряда, видимо, и разузнать, почему их отправили на верную смерть. Потому что драться с отрядом Плети они не были готовы. Мы их туда зачем-то отправили. Так, это у нас далече, мы здесь уже все сделали, ачивочку получили, идем по дороге, думаю, пойдем. Да, вот это вроде как куда-то в другое место идет, какая-то странная. В карте здесь эта дорога, это, видимо, да? Да, я сейчас, наверное, здесь поднимусь и выйду на большую дорогу. О, это что, интересно, такое? Или мы туда прямо сейчас идем? А, пол, что? Ты кто? Уверенная старому Химингу пригодится твои кости. Химингу? Эрнестуэю? Бабочки какие-то летают. А что тут красные? Это что? Что это такое? Водоросли какие-то, не? Красная земля еще. Странное же место. Но на карте, так сказать, тоже с красным отображается. Олени куда-то бегут. С детьми. А, это что такое? Непонятно. Блин, не хватает этого бинокля. Это эльфийские штуки или нет? Ну-ка. А, это, кстати, куда нам надо? Нет, это... Нам сюда не надо, но лагерь Дегош. Здесь у нас есть квесты. А мы будем прерываться на квесты или... Пройдем мимо? Блин, я надеюсь, блин, вот бы меточку поставить. То есть вроде как бы есть меточка, но она как бы одна. И вторую я как бы поставить не могу. Поэтому давайте пока оставим здесь. Что почему-то мне вроде не показывает, что здесь квест есть. Потом мы сюда вернемся. О, мамонты. Ля, какие. Мамонтенки. Блин, классная лока. Ой, тут еще квест. Сюда меточку уже поставить не могу. А янтарная гряда. И все? Блин, ну не-не-не-не-не-не. Давайте не будем сбиваться. А, и не туда бегу, кстати. Мне туда надо. Это что, это мертвый? Или спит? Не, фул хп спит, значит. Что, их тут много спящих? О, стоп, что? Они по воде ходят? Чего? Это лед, типа? А я могу ходить по воде? Эй, я тоже так хочу. Ой, я тоже могу. Это лед, значит. Так, что-то ко мне там присосался, слышь? Лазером своим. А что тут роботы делают? О. А, мертвый гном. К чему бы это? И тут взбунтовавшиеся роботы. Что это такое? Гарлок Храмуль. Ты кто, блин? Первый раз таких вижу, чуваков. Так, затопленные равнины. А скала. Не сюда. Это типа мурлоки? Что? А кто вы такие, блин? Чуваки, кто? А, выглядит прикольно. Это рыба привязана к чему? А, просто привет. Чего, блин? Как это работает? Рыба-светильник. Понятно. Ага, ага. Это точно тот квест? Каскали, Севастоке. А, во, вижу своих чуваков. О, бежит. И они тут, видимо, обороняются снова от квальдиров. О, квальдир-налетчик. Блин, помню, в Хардстоуне был тоже квальдир-налетчик. Там было в озвучке то, что он говорит, когда его ставишь на это, разыгрываешь, что он говорит, люблю налеты. Блин, классная фраза. Проклятые великаны, если они хотят войны, они ее получат. Другие трусы. Да, я помню того, о ком ты говоришь. Он носил знаки Каркута. Да, оборонит Каркут наших павших. Каркут? Что за Каркут? Сын Каркута. А человек, которого ты ищешь, ушел далеко на восток. А к месту на побережье, называемому Стоянка Смерти. За Унупе. Соблюдай осторожность, если собираешься идти искать его, Радан. На нем знак Каркута, того, кто наблюдает за мертвыми.
Идите на сток стоянки. А, это типа продолжение квеста. Но при этом я могу... Или это как раз таки здесь связано? Блин, эти квесты не всегда понятно, как они устроены. Ну давайте и тогда их раз пришли к ним. А, не сдаваться без боя. А Каскала для нас священное место. Человек наших предков привел сюда аду самой Таютки. А теперь эти гнусные твари появляются из-за тумана и нападают на нас без всякого повода. Но мы им покажем, что копья у нас не только для того, чтобы бить китов. Сражайся и ты с нами, друг. А быть может, в будущем мой народ вознаградит тебя по заслугам. Бейте 12 налетчиков. Так, и здесь, видимо, Дели задание. Ежедневное. Утайк. А подготовка к самому худшему. А, темные времена для нас настали. А дух Каркута ходит по земле, собирая духи мертвых клыкаров. Мы же его предыдущего клыкара видели, то, что у него там отец как бы духом пришел. Возможно, как-то с этим тоже связано. А сыновья тумана забрали многих наших братьев. А скоро наша любимая Каскала превратится в пеплище. Но есть еще надежда. А быть может, не для нас, но ведь мы отослали наши семьи в УНП. А мы сражаемся здесь за то, чтобы у тех, кто там, было будущее. Им понадобятся съестные припасы, или они умрут с голода. В УНПе еды маловато. Собери что-нибудь, пока для наших родных еще не слишком поздно. А соберите в Каскале 8 ящиков припасов Каскала. И это Делик, то, что он синий. Это, видимо, для того, чтобы репутацию с этими чуваками набирать. Ну-ка, и тут есть репутации. А, Калу Аак, Киринтор. А, и Авангард Альянса. Непонятно. Калу Аак, наверное, это они, не знаю. Так, налетчики. О, у чувака, кстати, дрифтовая. Не, прикольно выглядит. Не, все-таки чуваки очень классно выглядят. Пушки у них классные. Блин, жалко, трупов не остается. Что это, кстати, после них остается? Трава. А почему, кстати, у них труп это трава? То есть, стоп, они не настоящие? Это типа, как эти мумии, которые... Если распутать нитки, то там ничего нет в итоге. Но то же самое, только они из травы состоят. Оружие подливается. Ладно, подозрительные чуваки. Так, а припасы как выглядят? Я их не собираю. О, это удочки стоят. Типа так и раньше и рыбачили, то есть если делали эту дырку и туда кидали эти удочки, возможно. Здесь клыкары сражаются. Можно застилить, кстати, я так понимаю, да? И не засчитает. А, блин, не попал. Опа, халява. Надо запомнить это место, мне кажется, в актуале пригодится. Крюк. Как это все работает? Интересно. Это может быть для китов какой-нибудь крюк большой, раз они тут китов охотятся. Просто еще тут как бы китовый хвост такой. Это символично или это просто так надо? Много таких штук, кстати. Реально, возможно, китов... А, и огромная сетка. Да, я думаю, это что-то для китов тут связано. А, хочу туда. Поехали. Блин, я припасы не нахожу. А как они выглядят? Припасы, а... Что-то не вижу припасов. Они должны... А, нет, или они должны там дальше быть? Нет, они как раз таки здесь должны быть. А, вот они, все, вижу. Все, главное один было найти. Дальше уже хотя бы понятно, что мы ищем. А мы ищем такие вот сундучки. Блин, до сих пор нету прыжка. И до прыжка так долго героического. Воина. Я бы раз прыгнул, два прыгнул. Нет, два уже бы не прыгнул. Был бы кулдаун. Так, я уже возле этого кита. Сейчас мы его поразглядываем немного. Ну, крюки, да, реально, для кита они вот стоят. Не просто выглядят вот эти штуки, как китовый хвост. Блин, не хватает ярости. Скидывать, точнее, ее, как она называется, буйство, вроде обилка, да? Да, она появится уже. А, буйство, 19 левел. Долго. Могли пораньше дать. Такит? Или, кстати, возможно... кстати, это реально похоже на вот этих... Блин, по-моему, на в этих восточных королевствах на берегах такие чуваки лежат. Только чуть поменьше. Раза в два. Тано. Блин, какой огромный.
Или это китом и называется? Возможно, кстати, это китом называется. Почему тут половина съедена, а половина нет? А, то есть это не половину так и едят? Фига. И все, я понял, как это работает. Так, пойдемте продолжать убивать квальдиров, собирать эти пасы. Ой, тут обрублено. Чуть не упал. Ну и корабли это, я так понимаю, тоже квальдирские. То есть это они приплыли на этих кораблях сюда. Понять бы, кто такие квальдиры, как-то хочется побольше информации о них. Это какие-то, видимо, северяне. Неясно. Я думаю, мы разберемся, почему они сюда приплыли. Вообще, учитывая, что это налетчики, то, скорее всего, это реально типа, как викинги, которые вот с каких-то этих соседних островов прилетают сюда. Ну, приплывают, точнее. И совершают просто набеги. Напоминает еще этих чуваков из Ведьмака со Скеллиги. Я думаю, они все ссылаются к этому и тому же. Викингам этим реальным. Окей, давайте сдавать. Кстати, я перестал с ним гореть, а почему? Обычно, когда я сдаю, тоже с ним еще горит. Так, Атаика. А благодарю тебя, Радан. А я у тебя в большом долгу, если мы, конечно, когда-нибудь выберемся отсюда живыми. Он продолжение дал. Наруч лучше, чем у меня. А, мудрость Муахита. Слушай, Радан, воинам вроде меня несложно найти замену. Если я паду, мои братья и родичи подхватят мое копье и продолжат сражаться. А вот без мудрых старейшин мой народ не проживет. Упрямый Муахит? Это не он, нет. А наш самый почтенный шаман отказывается покинуть алтарь Таютки на центральном острове. Мы понесем серьезную утрату, если его убьют эти чудовища. А ты здесь чужестранец. Быть может, это тебе... тебя он послушает. Объясни ему причину, говори его уйти в безопасность Унупе, пока еще не поздно. Удачной охоты. Удачной охоты. Они заговорили? Стоп. Что тревожит тебя? Что тревожит тебя? Внимаю тебе. Я слушаю тебя. Что тревожит тебя? Ну, как-то не очень. Это прикольно выглядит. Уже какой-то более крутой такой. Ай. Что тревожит тебя? А тебе... А, все удалось, Рада? Наши родные в Унупе зависят от успеха твоих усилий. А благодарю тебя, Рада, они теперь пасы телят голод наших родных и детей. Даже если Каскала падет, клан должен жить дальше. Осторожнее на ледяных. Так, поехали к этому чуваку, который не хочет выбираться отсюда. Это, видимо, их деревня была. Это, кстати, тоже этот рыбья штука. Это пасть кита. Ну-ка, давайте посмотрим, что тут. Тут ничего нет, к сожалению. Да, жалко. Блин, как же классно, когда ты можешь свободно перемещаться. Если на тебя враг заагрился, то тебе достаточно плевать на это. Ну и, видимо, квальдиры приплыли на этом корабле и напали на бедных моржиков. Блин, делается то, что эти и те хорошие. Они против друга, они... О, они прямо сейчас приплывают, лол. Так можно? И что он будет делать? Ну-ка, ну-ка. И он просто... Чел, ты врежешь? А, он моделька в модельку войдет. Ну, а, нет, моделька исчезла. Блин, а там чуваки, я хочу к ним. Жесть, это вот реально чуваки, они слезли и на... Вау. Блин, прикольно. Охренеть. Вальдир-налетчик. Вау. Блин, это круто. Этот, походу, тоже только что приехал. Блин, то, что реально приплывает прям в прямом эфире, можно сказать. Блин, супер здорово сделано. Так, мы плывем на остров по-прежнему. Бухта дыхания Ньорда. Да, вот эта штука, видимо. Вот этот остров. Там еще один корабль.
Так, а где этого чувака искать? Его тут вроде нет. Я сражаются тут. А, вот он. Скамейки. Это у них кинотеатр тут место был. А, Хоттава. У вас там что-то дымится. Свечи какие-то. Рыба. А, старейшина Муахит. А, тебя прислала Атаика, так ведь? Нет уж, меня не поколебать. Еще не все потеряно, духи по-прежнему с нами. Духи присматривают за нами. Могущественные духи присматривают за моим кланом. А Каскала не будет утрачена. И Силрук дарует нам смелость. Таютка обеспечит выживших едой и кровом. А Каркут присмотрит за павшими, чтобы они не потеряли свой путь. А руководство из Силрука то, что нам больше всего нужно прямо сейчас. Я просил своего племянника Ирука. Принести мне тотем из Силрука, блин, со своими названиями. На Квальдирские копи сразили его, и его тело скатилось в воды к северу отсюда. Принеси мне этот тотем, Радан. Пусть смерть моего племянника не будет напрасной. Иди тело и рука в воде. Так, понятно. Делитесь, Квальдиры, мы сравняем Каскалу с землей. Ну, это мы еще посмотрим, кто кого сравняет с землей. Так, я не в ту сторону бегу, кстати. Да что? Это рыба там нарисована так? Что это за плакат висят? Да, зачем они здесь? Да они камни так поставили или камни тут так выросли? Так, чувак, встань. Так, ну это где-то здесь. О, ля, приплывает, приплывает. А это что-то все прибегает и останавливается, да? Странно, у него тут поведение какое-то. Так, ну нам надо нырять. А где-то под землей. О, глубоко утонул. А, не. Че он не утонул до конца? Что-то и не всплыл, и не утонул. Как он тут завис? И рук. Мертвый. Может, он еще живой? Моржи же умеет дышать под водой или нет? Ну, нет, труп написано, ладно. А, похоже, что этот молодой клыкар не утонул, а погиб в бою. Ну да, погибший, да. Мы просто скинули. А поищите на трубе тотем из Силрука. Тотем найден. А, кстати, прикольно то, что еще под водой здесь можно посмотреть. Немного попалилось, походу. Или так и должно быть. Сюда тело какой-нибудь китая ставят, а потом поднимают, нет? Вроде там китовая ловушка вот эта стояла. А, нет, вот она. Чуть сбоку. Так, можно немного ускориться. Вум. Хотели пчелы. Так. А, тотем, он у тебя. А, ты чувствуешь присутствие сил рук, Радан? Он не хочет, чтобы его дети были погублены. Руками странников тумана. О, левлап. А, поворот колеса фортуны. Духи услышали наш крик о помощи, Радан. Это знак, что Каскалу еще можно спасти. Воспользуйся неразберихой, которую внесли капризы погоды, и убей квальдирского вожака. А, твои действия склоняют чашу весов на нашу пользу, я уверен. А, для просьбы... по просьбе так убейте там, да? Я хочу топорики глянуть. Тихо. Это одноручный, да, одноручный так себе выглядит. И двуручные дробящие. Окей. Блин, можно пушки и квальдир, интересно, залутать? Да, это сюда. А, это как раз таки, который говорит, что мы там... Слава духам, этот буран замедлит передвижение кораблей и квальдиров. Угу. Ну, туман пропал. Ненадолго время вроде появился и сейчас пропал. Так, где нужный мне чел? Вон он. С ним уже сражаются. Хейгар, душегуб. А, я душили. Ну, вас это не спасет. А мне, по-моему, я же человек. У меня вот эта билка вроде снимает все эффекты оглушения. Да, я, кстати, мог с себя снять оглушение. О, там штаны какие-то выпали. Блин, проблема небольшая. А можно я их переложить в слот повыше? А то мне тут немного занято. Ладно, я сейчас тогда вот так сделаю.
Так, тканевые ноги. Нет, я Ctrl же зажал. Блин, плохо видно из-за того, что другая броня еще крипнута. Окей. Так, надо крипнуть, кстати, чтобы это примерочное добавилось. Надо вообще весь хлам продать. У меня тут много уже скопилось. Нет, не добавился, или у меня такие были уже? Что-то не добавился, реально. А, мне сюда же. Так, ты оказал нам большую услугу, человек. Битва еще не выиграна, но теперь у моего народа есть шанс. Берем то, что дороже стоит. А, все. Прогресс сделан, морские друзья. Блин, где я? Почему не показывает ачивки? А, но при этом Хатава нам дает какой-то еще квест. А ты кто? Почему тут рядом с старейшином остался? Путешествие в гавань Моаки. А, человек с лодки из гавани Моака пришло сообщение. А сегодня утром там случилось нечто ужасное. А ты здесь нам очень помог. Может быть, ты согласился бы отправиться к великому драконьему погосту? Судя по тону сообщения, старейшины Кунани, очень пригодится твоя помощь. Отправляйся в гавань. А, ну, это просто отправлять меня в другую локу, походу, даже. Да, да, это прям совсем в другую локацию. Но это нам пока не надо. А, и куда? У нас есть квест, который здесь... Давайте, короче, пропущенные квесты сделаем, потому что мы проходили здесь мимо, здесь было много квестов, давайте к ним вернемся. Короткая цепочка здесь, ну, блин, место довольно классное. Вообще, короткая, наверное, то, что я на актуале играю, то есть в классике здесь немного подольше бы я потусил. А, застрял, коняшка. Так, ладно, давайте я добегу тогда вот до сюда где-нибудь примерно. Отсюда продолжим. Где-то здесь, по-моему, я видел камень, который давал нам квест. Чуваков видел тоже. А, прикольных. Непонятно, кто они. Нет, камень был... Или... А, вот это, наверное, камень есть. Нет, эта меточка у меня стоит как раз-таки на квесту, который... Мимо которых я прошел, там их много было. Я хочу к камню вернуться. А, он слишком... Нет, ладно, камень потом. Я думаю, мы когда-нибудь залутаем. Давайте делать здесь. Это друиды, это эти, что ли? Дегош. Что такое Дегош? Похоже на этих друидов, которые... Блин, а кто они? Я забыл. Как этих друидов всех зовут? Которые в БК были в этом... Блин, забыл, не помню. Они в БК много где были. Там приписочка у них была. Верховный друид Латориус. Приветствую. Вступление. А в разное время этот демон... был известен под разными именами. Подробности не имеют особого значения. А главное, что столкновения с ним всегда бывали гибельными. Блин. Игра недавно Ведьмака в DLC. Сразу в голову приходит Гюнтер. Одим. Который тоже под разными именами, тоже с эти. Тоже демона был. Ну а теперь почти 50 лет спустя, после того, как все началось, наш демон наконец-то встретит свою гибель. А на этот раз мы сумеем его повергнуть. Эрнестуэю не уйти. Эрнестуэю? Хемингу? Стоп, они Хеминга Эрнестуэй называют демоном? Если что, Хеминг Эрнестуэй это охотник, который охотился на животных, а они друиды, может, не защищают животных, поэтому считают его из-за того, что он убивает животных, его убийцей, демоном. Нарткол станет полем нашей битвы, начинается охота на охотника. Да, это, походу, реально он. Ха. Завершить. Не понял. Сейчас, погодите, в смысле завершить? Встреч. А, взять не? Удачи. Что-то странно. Это же квест. Почему завершить-то? Окей, странно. Я, походу, где-то пропустил квест, который мне давал прийти сюда. Он странно взялся. Но с Хемингом, я помню, мы в Тернистой долине сталкивались. Вот здесь вот он был. Тут-вот. И в награде в этих, в Запределье. У него тоже были квесты вот здесь вот где-то. А, прикольно. А здесь друиды решили то, что... А, это они его... И вот этот сжигает, лол, это он? Блин. Окей, прикольно. А квесты с предыдущих этих продолжаются, можно сказать, предыдущих дополнений.
это честь для меня. А, так, твои помыслы чисты, а на сердце светло. Добро пожаловать в обитель друидов, ратующих за этичное и гуманное отношение к животным. До тех пор, пока ты не станешь на темный путь греха и не причинишь вред животным, позволившим нам существовать с ним в их мире. Дегош будет считать тебя своим союзником. Дегош, как это интересно расшифровывается. Я думаю, уже это охрана животных? Да это друиды? Эге. Лагерь. Эге, блин, а я что-то вообще ничего в голову не приходит. Блин, надеюсь, они не подскажут, что за Дегош. Уши мертвых врагов. А будь то искатели сокровищ или кровожадные охотники с пустошей, любые существа, поддерживающие Эрнестуэя, ну, мы ему как бы помогали везде, и в Тернистой долине, и в Награнде, как бы мы с ним заодно. А, и осмеливающие губить нашу драгоценную природу объявляются врагами Дегош. Ну, то есть мы враги на самом деле, но пока это, не палимся, не говорим ничего. А если вам случится убить кого-то из этих грязных прихвостней Эрнестуэя, принеси мне доказательства их смерти. Получи награду благословения друидов Дегош. Присягните к верховному друиду. 15 ушей прихвостней Эрнестуэя. А если я хочу встать, например, на сторону Эрнестуэя, я могу это сделать? Да, это выбор или это... Здесь нет эрнестуэйских квестов. Блин. Что-то я не знаю, что делать. Ну, давайте, наверное, согласимся так уже быть. Хотя неохота, я бы с Эрнестуэем подольше потусил. Ладно, давайте будем считать, что это не нарушники и другие цепочки. Да светят звезды твой путь. Ухо прихвостни Эрнестуэя. Чем могу помочь? Помоги тем, кто не может помочь себе сам. А какие величественные звери, правда? Латориус указывает на мамонтов с северной тундры. Да, я проезжал мимо них. А день и этот дня их число уменьшается. Демоны, называющие себя охотниками, убивают их ради забавы и богатства. Лицо Латориуса перекрашивается от гнева. Перекашивается. А этот плач просто сводит меня с ума, Родан. Эти звуки приносят ветер, и к нам вызывают малыши-мамонтенки, попавшие в жестокие ловушки охотников. Возьми этот молот и сокруши ловушки. Освободи детенышей. Окей. А, там, кстати, возможно, чуваки, которых я встречал, они не спали, а были в ловушке. Чуть не замечал. Иорфан Синиус Дегош. Чем могу помочь? А, судьба моллюсков. А к западу от нас находится озеро Кум-Уа. Это, насколько нам известно, единственный пресный водоем в мире, где обитают гигантские моллюски. Конечно, прихвостни Эрнестуэя занялись там культивированием жемчуга. Их нужно остановить. А тем, кто покушается на жизнь целого вида, нужно преподать урок. Отправляйся к озеру Кум-Уа и найди этих загребущих ловцов жемчуга. Убивай их, пока воды озера не покраснеют от крови. Возвращайся, когда покажешь им, где раки зимуют. Да светит тебя вечность. А, это здесь, окей. А, там еще какой-то квест есть. А, это с этими охотниками. Так, медведь. Ну, я думаю, это не медведь, это друид. А, Нед, повелитель люторогов. А, к западу отсюда, на высоких утесах... Чего, хватит суетиться, что он тут? А, на высоких утесах над озером Кум-Уа обитает презренное создание, известное под именем Недар. А, самозваный повелитель люторогов. Охотится в пустошах на раненых молодых животных, люторогов, не способных защищаться от трусливых атак Неда. А чтобы добавить оскорбительности к истреблению, Нед взрастил своего собственного люторога, который служит ему и как ездовое животное, и как телохранитель. А большая редкость, чтобы от Дегоши исходил призыв к смерти животного, но с поречным люторогом просто необходимо разобраться. Убей обоих, возвращайся ко мне. Окей. О, здесь еще один гейстоп. О, это эти, как они, дриады? Это странные дриады, что она белая вся. И вроде всегда зелеными были. А, Заза. Им рано умирать, что он без озвучки? Что за баг какой-то, почему озвучки у некоторых нет? А, прежде к югу от нас вольно бродило стадо Карипу.
А, но тут появился Эрнест Уэй, и все изменилось. Теперь грибы не знают минуты покоя. Они постоянно пребывают в панике. Их преследуют охотники, расставляющие в тундре свои ловушки. Эрнест Уэй в палачи недостойны того, чтобы жить, но и умирать им еще рано. А пусть сперва на своей шкуре ощутят те страдания, на которые они обижают карибу. Вот, возьми эту охапку искусственных шкур и накрой ими ловушки для карибу, что расставлены на юге. Пусть охотники сами попадут в свои смертельные капканы. Окей, интересно. Получается, мы здесь... Короче, либо можно выбрать, за чью сторону нам быть. Я уже то, что встретил тех чуваков раньше, выбрал их. Видимо, буду на их стороне. Либо здесь сделано так, что вот в БК мы как бы продолжаем быть за Эрнест Уэя, а здесь как бы нас заставляют быть против него. Наверное, я не против, если так сделали. И так, в принципе, круто.